все поставленные задачи были решены, а все цели правительства, администрации вместе с ДАЭС. Русской Федерации, связанных в том числе и с военным положением. 9, так 87,97. Результаты выборов – это доверие со стороны граждан страны и их надежда на то, что мы все сделаем так, как запланировано. Хочу поблагодарить всех вас и всех граждан страны за поддержку и это доверие. Спасибо большое. Россия будет свободной! I think it's a good possibility to show a picture to all people around the world, to people in Russia, to people, international people, to people in Berlin, to show a picture that actually people are against the situation in the world, situation in Russia, against the politics in Russia. Yeah, it's a good...